Юрий Анатольевич, хороший результат для сборной, ничья, думаю, да. Скажите, пожалуйста, после поражения, как настраивали девочек, что им сказали в раздевалке перед игрой и вообще, что поменяли в самой игре нашей команды? Ну, то, что говорил, не буду говорить. Там как бы вопросы были такие, что сильной команде не зазорно проиграть. Ну, просто не надо увеличивать шансы команды на победу соперника. А мы увеличили за счет неорганизованной игры и за счет того, что мы понимали, сильное оружие сборной КНДР – это быстрые атаки. И мы создали им очень много возможностей для этих быстрых атак. Сейчас, ну, там была как бы и игра в атаке, она эпизодами просматривалась той, которой у нас не было раньше, да, в первой игре. Во второй игре, получается, мы практически сыграли без атаки, да, в низком блоке, и соперник не имел возможности, он создавал остроту, особенно в конце игры, но не имел возможности, как бы, таких голевых моментов, которые у них были в первой игре. Девочки вышли, девочки перебороли то состояние, которое было, но оно было ужасным, действительно, это как бы такое серьезное испытание было, им надо отдать должное. И прям вот дисциплинированно, строго, организованно сыграли. Но теперь другой вопрос. Важно, что не пропустили, а впереди пока ничего не получилось. Я почему так говорю? Это не получилось в играх с соперником, который, ну, превосходит по качеству нас. А в играх с равными соперниками, ну, смотришь, уже какая-то созидательная игра проглядывается. Юрий Анатольевич, как психологически сумели настроить команду после поражения? Прошло там буквально 2 дня, и видим, что девочки вышли, девочки боролись, девочки доказывали. Какую работу вы провели? Во-первых, разобрали ошибки. Второе, на поле исправили эти ошибки. Затем с кем-то, может быть, чуть пожестче поговорили, кого-то успокоили. Ну, такая обычная работа тренерская, которая должна быть, идти. Но здесь не мы такие большие молодцы, здесь молодцы девочки, что услышали и поспособствовали тому, чтобы это влияние было не пустым. Юрий Анатольевич, «Москвич» – такое культовое место для сборной России. Как вам реконструированный стадион и как атмосфера, которую создали болельщики для команды? Просто оригинальные трибуны. И вот прям заходишь, если бы еще с другой стороны тоже такое бы сделали, вообще было бы замечательно. Хороший стадион, а про болельщиков отдельная благодарность. Вот, не знаю, женский футбол, наверное, он пока не настолько агрессивен, да, и вот болельщиков мы не услышали плохих слов после первой игры, мы услышали слова поддержки, и вот просто, ну, жалко, что расстраиваемся за то, что не порадовали хорошей игрой, хорошим результатом не порадовали, ну, просто низкий поклон, и ждем, это уже наши друзья, ждем их на других матчах.